Приветствую! В этом ролике я расскажу о воздушном сигнале для всех автомобилей. Ну, начнем с самого начала, это с упаковки. Пришла вот дудка в такой коробке, печальное, конечно, состояние, вся порванная, помятая. Не знаю, что делали с ней на почте, но, конечно, состояние убитое. Начнем с комплектующих. Это у нас идет дудка, соответственно. Размер ее составляет, длина ее 45 сантиметров, высота максимальная 11 сантиметров, так что ее проблематично полностью спрятать. Ну, смотрите по своим габаритам автомобиля, где вы будете ставить. Здесь у нас идет штуцер, ничего не настраивается, подсоединяйте напрямую, все будет работать. Также у нас идет в комплекте такая вот мягенькая шлангочка, тоже тут сантиметров 40 где-то. Крепление, три болта получается на дудку и один болт на компрессор и резиновые подкладки под дудку. Ну, соответственно, компрессор 12-вольтовый. Вот, но держится он на одном креплении, на одном болтике. И, соответственно, штуцер. Ну, все тут, в принципе, ничего такого нет. Нет никаких настроек, что здесь, что на дудке. Подсоединяете, все работает. Итак, главное, как подсоединить. Если кидаете провода плюс-минус на штатный сигнал, то у вас, скорее всего, работать ничего не будет. Нужно подсоединять через реле. Вот я купил отдельно. И плюс кидайте напрямую от аккумулятора. Так как если подсоединить напрямую вот от штатной сигналки, то там будет просто ампераж маленький. Нужно напрямую от аккумулятора кидать. Самое главное, это берите большого сечения провода. Я взял плюсовой провод от сабвуфера. Ну, он, конечно, на сабвуфер не пойдет, он тонкий, а вот на сигналку вполне достаточно, его хватит. На минус я взял тоже звуковые провода, они немного тоньше. Но этого вполне хватит. Сейчас я все установлю, покажу, сделаю тест с разного расстояния. В общем, смотрите дальше, что будет. Итак, установлю звуковой сигнал. Начнем все по порядку. Сбоку я поставил компрессор. Ниже находится у меня реле вместе с предохранителем. Сбоку я провел силовой кабель плюсовой на плюс аккумулятора. Еще нужно установить мне дополнительный предохранитель. Где-то сантиметров 15-20 от клеммы. Ну, в принципе, как... И нужно ставить предохранитель на силовой кабель для сабвуфера. Именно как можно ближе к аккумулятору. Дальше. Саму дудку я установил под радиатор. Если кто не в курсе, то на 41-м москвиче, как и на Audi, радиатор находится не посередине, а сбоку. Соответственно, здесь у меня места предостаточно. И сюда я установил гудок. Саму дудку. Поставил все. Все по размерам получилось у меня идеально, даже где-то сантиметров 3, где-то 4-5 сантиметров осталось еще в запасе. Вот как она выглядит снизу. Воздух выходит нормально, ничего не закрывается. Шланги мне хватило, даже 5 сантиметров осталось лишней. Работает сигнал очень громко, сейчас я все это покажу. На заведенном двигателе, как мне показалось, гудит немного громче. До этого, кстати, у меня стояла вот такая вот улитка. Вот как она работает. Гудит очень громко, басисто. Это у нас получается тон низкий. Сделано в СССР 84 год. Это у нас с Волги. Если хотите поставить громкую улитку, то ищите именно такие. Намного лучше, чем китайские и нынешние на рынках. Очень громко гудит. Именно басистым тоном. Сейчас я заведу автомобиль и покажу, как оно все работает. Сразу хочу сказать, что на камере не так передается звук, немного звонко. В общем, смотрите сами.